Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы приготовим с вами сырные мешочки из сыра сулугуни, черносливом и грецкими орехами. Это хорошее блюдо для бокала красного вина. Для этого нам понадобится 12 вот таких блинчиков сыра сулугуни, черносливок штучек 20. Я его пропарила одну минутку в горячей воде. И грецких орехов 2 горсти. Прокалила их в микроволновке. Можно 1-2 минуты хватит. Ну, поехали. Все. Режем чернослив мелко. Рубим грецкие прокаленные орехи мелко. Берем столовую ложку ореховой смеси с черносливом. И вот так вот закрываем наш мешочек. С одной стороны и с другой прижимаем. Вот так. И вот прокалываем наши с трех сторон. Зубочистками. Вот так. Ну вот и получились у нас сырные мешочки. Скрепили их. Теперь посыпаем грецкими орехами их сверху. Вот. И ставим в холодильник. И потом уже можно наши шпажки или зубочистки вынимать, а просто уже мешочки склеятся и подавать. Или можно подавать прямо со шпажками. Приятного аппетита!